декабря в Видном прошел традиционный парад Дедов Морозов и торжественно зажглись новогодние елки. Всего в городе украшено 8 елей, 2 из них живые. Главную районную новогоднюю елку установили традиционно у кинотеатра «Искра». Высота ели 18 метров. Хвойные красавицы и новогодний декор появились также в поселениях Развилковское и Горки Ленинские, в поселке Измайлово, в Молокове и Купеленке. Светодиодные арки и новогодние фигуры, декоративное освещение элементов фасада зданий и уличные переливающиеся гирлянды, когда включается вся иллюминация, жизнь, кажется, только начинается. Мы поинтересовались у жителей, что они думают о праздничном убранстве района и есть ли у них новогоднее настроение. Все красиво, видно, украшено, все заметно, уже праздник приближается. Мне очень нравится, очень хорошо. Вот с внуками гуляю, радуюсь. Есть уже ощущение праздника? Есть, мы уже у елочки сфотографировались, правда, в коляске. Да, вот ощущение праздника. Сегодня да. Гулять не по городу, а сюда. Музыка достаточно здесь приличная. Здесь цивильно, здесь со вкусом, и здесь хорошо просто. Новогоднее украшение сделали нам. Очень нравится. Очень хорошо. Красиво. Красиво, да. Благородно. Очень вот. Нарядно и радостно. И ребятишкам понравится, и взрослым, всем. Молодцы, большое спасибо администрации. Очень красивая елка на площади Советской у нас, очень. А сегодня она вообще была волшебной, потому что снег за ночь, и вот эти снежинки, и белый снег, и она так красиво светилась, просто прелесть. Есть ощущение праздника? Да, есть ощущение, очень хорошо, все нравится. Вот первый раз сегодня катаемся с горки. Мне очень нравится. Здесь все так по-новогоднему выглядит. Для детей одно удовольствие. Больше всего мне нравится здесь горки. Вся такая новогодняя атмосфера. Украшения, елки. Мне больше всего нравится вот эта вот аллея с арочками подсвечивающимися. В прошлом году она тоже была, и вот в этом очень красиво. Яблочко вот это. Посмотрите, какая красота. Мне очень нравится. Детям, главное, нравится. Праздничное настроение. В этом году многие объекты Московской области оформлены в единой стилистике – фирменной красно-белой гамме проекта «Зима в Подмосковье». Его логотипы можно встретить и в Ленинском районе, на общественном транспорте, в парках и на фасадах зданий. Задача проекта – рассказать жителям и гостям региона о самых интересных местах Московской области, где можно увлекательно провести зимние праздники и выходные. Екатерина Борисова, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.